спрашивает. Об эволюции хочет у меня услышать что-то. Ну, я, так сказать, в биологии слабак. Ну, очевидно, выросший в советское время, я помню, у меня на сетчатке отобразились все эти графики абсурдного зарождения жизни самой из себя при блистании молнии из Мирового океана. Конечно, бред, конечно, я не разделяю. Накопление видовых различий внутри сложившихся отдельных готовых видов, я признаю. А переход из вида в вид, там, превращение там, значит, канарейки в страуса, категорически отрицаю. То есть я признаю накопление видовых различий внутри уже сложившихся видов, но сами виды считаю незыблемыми. И, конечно, я не верю в самосорождение жизни. Это очень глупая идея, на самом деле, очень глупая. Я не верю в эти миллиарды лет, которыми щелкают, как цыган солнцем крутят все эти астрономы и биологи. Значит, не верю в эти жуткие миллиарды, которые там сама по себе там постепенно там жизнь там развивалась от трилобитов, например, до каких-то членистоногих. Не верю в это. Конечно, не верю в происхождение человека от обезьяны. А в остальном снимаю шляпу перед биологией и удивляюсь настырности людей, занимающихся подобной наукой. Они мне нравятся за то, что они такие вот интересные. Вот. Ну, конечно, я не эволюционист. Это аксиоматично. Вот все, что я могу сказать о биологии, надо пополнять общий багаж знаний. Пока что у меня его мало в этой области.